Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим формулу площади параллелепипеда. Площадь, поверхность параллелепипеда считается по формуле 2 умножить на скобку а умножить на b, прибавить b умножить на c, прибавить а умножить на c, где а, b и c – это длина, ширина и высота параллелепипеда. Почему 2? Потому что две верхних, верхняя и нижняя, две боковых, передние, ну, слева и справа, будем говорить так, и передняя и задняя, они все равны по площади. Итак, пускай А равняется 2 сантиметра, Б равняется 1 сантиметр и С равняется 10 сантиметров. Найдем нашу площадь. Итак, S. 2. А это 2. Умножить на B это 1. Прибавить B это 1. Умножить на C это 10. Прибавить C это 10. Умножить на А это 2. Посчитаем. 2. 2 умножить на 1 – это 2. Прибавить 1 на 10 – это 10. И прибавить 2 на 10 – это 20. Посчитали внутреннюю часть. 2 плюс 10 плюс 20 – это 32. Итого ответ 64. Значит, в пятом классе мы пишем обязательно 64 сантиметров в квадрате.